Так. Значит, Хилты, Черный Лимон, Фога, Эхламончик, Сова, Зеракенг, Изи про товар, Чек на пул. Как дела? Добро пожаловать, герои! Все, поехали. Вы услышали призыв Серебряного Авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного Авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Кем-то? Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Отойди. Твой левый червь на правый. Сноболь добьем. Все правого червя бьем. Прыль. Да, Эхламон поднимай. На ком такси? Еще на ком-то был? Нет. Добиваем этого Питера. Так, киньте эту хуйню. Таксин. Вы и ВК уже? Ага. Все, стой там. Повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Я пока не могу использовать тебе способность. Да нет. Лучше ты это фурики подамажишь, потому что я баф на кровотечение даю.
знаю, есть такая шерма, нет? А, там другая. Возьму на кота. Может пригодится. Да, да, Фурика. Чем могу быть полезен? Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою. Хазрак стаки снимает с магом. Фурик косты сбивает. Метки захиливаем. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Релогов быстро. Подведу босса к воротам. Всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва, ты покорен мне, демон. Ничтожный гном, тебя погубит твоя самоуверенность. Я главный. Быстрее, герои, расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство. Перед вами Джарацус, эретанский повелитель Пылающего Легиона! Послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. Здорово. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Пока не спекайся, а посмотрим, сколько миликов там. В следующем бою вы хотя по товару точно хорошо заходит. Серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Смотрим, кто выйдет. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было так, диспел, значит, с фоги все проклятия яда. Орду! С лимона там. Диспел, значит, так, милики. Ага, Ретрик, спекайся. До товара. Первым выбиваем Лока. О, блять, там еще и Рога, смотри. Первым убиваем Лока. Потом Ретрика. Я буду держать Вара. Товар будет держать Хризи квадрат Рогу. Значит, хилы. Контролим. Фога контролишь месяц. Ой, Ахламончик контролишь месяц. Ну а второй хил, там, не знаю, сбивать ему каст, кидайте сало, какую-нибудь хуйню делайте, короче. Сначала звезда, потом кружок бьем. Чек на пол.
Димон. Поехали. Надо подождать. Беги, малышка, беги! Бегите, отвара, треугольник. Бейте кружок быстрее. У них тоже не диспелит. Только висит и висит, просто всем похуй. Ну пускай висит. Я, блядь, фантом диспелю. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Все черные. Кризи белая. Поехали. Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете! Берите белую. Просто берите белую. Чтобы вас воронка не убила. Секунды к темному порталу подойдите, берите темный.
остановить. О, на Фурика. Что тебе угодно? Ты все еще сомневаешься? Какой на Фурика, на Ханта это? Мы примем любой вызов. Не знаю. На Фурика бесил. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я покажу тебе заслуженную смерть. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Так, давайте, значит, в одного танка спекайся в ДД. Я босса поближе сюда подтяну, чтобы мне жуков проще было забирать. Жуков, значит, жуков напулите на меня. Если там откатится у вас. Давайте чек на пул. Босс будет поближе сюда, к центру. Все, начинаю. Это место станет вашей могилой. Ебать, что это такое? Тряпка просто пробивалась, серьезно. Тряпка. Чё за хуйня? Ну падайте, хули. Может, могут это добавить мешки? Наверное. Спекайся тогда в танк. Если бы еще трэш было нормально, то вообще было бы четко. Бафы. Ну посмотри, сколько я напулил, блядь, и дал трэш, я дал 100 косарей. А у иншей, блядь, паладин и хант второй, блядь, даже не был трэш. Хант, артвейдер, бей трэш. Сейчас вар будет держать. Сейчас уже не надо же, блин, волка просрали. Thank you.
сказал Войт, напуливать трэш. Давайте Геру будем переводить. Босса бьем. Как только переведем жуков под босса и убьем жуков. Босса сильнее. Жуков под босса будем убивать. Теперь жуков все. Жуков убиваем, потом босса спокойно бьем. Жуков убили сильнее. Поменьше рейд хильте. Босс захиливается сильно. Я подвел тебя, господин. Лук прикольный. На фуре кабисовый. Так, на ИП кто-то перезаходит.